Ну вот, мы наконец дошли до кафе «Магнат». Это кафе «Папа Чимина». Сейчас мы туда зайдем и посмотрим, как там внутри. Прямо у центра входа находится такой большой-большой стол, где армия со всего мира, которые приезжают сюда, оставляют подарки для Чимина. Много-много разных вещей. Такие. Какая замечательная фоточка. Прям прелесть. Поделки от армии. Вот. Иконки такие. Чумники. Матрешка вон есть. Смотрите. Матрешка Чимин. Вон она как. О, смотрите. Матрешка. Мы сейчас положим, мы тоже привезли подарок, мы сейчас положим наш подарок обязательно сюда. Подарок мы привезли — большую красивую книгу о Санкт-Петербурге на английском языке и набор шоколада. Еще здесь есть вот такие интересные штуки, которые тоже можно купить. Это футболки, носочки, термокружки. А вот в этом шкафу хранятся шляпы, в которых Чимин где-либо, когда-либо выступал. В каких-то шоу снимался, клипах. Вот смотрите. Нет, руками мы ничего не трогаем. Вот так. Чиминкины шапочки. Ну вот и еще один пункт моего туристического плана по Корее закрыт. Я очень рада, что побывала в кафе «Папа Чимина».